все, я опустила руки, я больше ничего не буду делать. Ну, может, нет, нет, может быть, что-нибудь не успела. Ёши, ты серьезно? Главное, а топор успел. Так, я не понял, а что, все строили корабли, серьезно? А почему? Тут даже кость. Всем привет, друзья, и мы тут с ребятами снова пришли, господи, внезапно я просто начала летать в игру, где мы должны строить наподобие показа мод. Ребят здесь нет, потому что раунд уже начался, и мы должны построить импостера. Воу-воу-воу. Мне что, строить себя, что ли? Так, признавайтесь, кто какого цвета строит? Ну, ой, надо еще вспомнить, как это делать. Так, ну, давайте красный, почему бы и нет, да. О, я тоже красного строю. Нет, да. О, а мы, подождите, будем строить Амонгика или как? А как же, а кого же иначе? Так, он у меня будет трехмерный или двухмерный? Вот тут уже задача, непонятно. Вопрос хороший, но у меня лично он трехмерный. Так, блин, на самом деле у меня очень плохо с изображением кругов, вот здесь вот именно, ну то, чтобы из квадратика сделать кружочек, потому что у меня теперь все опять будет квадратное, боже мой, ну пускай будет так, ладно. Блин, это сложнее, чем я думал. Да, я не понимаю, что делать. Так, давайте, наверное, удалим вот эту вот штуку, вот тут вот будет, нет, наверное, так. Это уже человек, это уже не Амонгик, это уже человек, так хотя бы уже Амонгик. Так, ну что, ребят, осталось 2.5 минуты, у меня вот такой вот прогресс, и он у меня немножко плоский, давайте ему придадим объема, для того, чтобы он хотя бы немножко смахивал на Амонгика, на импостера. Я думаю, что немножко похоже. Мне очень интересно, что у ребят получилось, потому что вот очень интересно, как они сделали этого Амонгика. Ой, слушай, у меня максимально странно все это дело выглядит, но я надеюсь, вам понравится. Ой, я тоже надеюсь. О, подождите, а там... А, нет, я думала, какой-то там есть рюкзачок. А подождите, а мы же можем сделать рюкзачок, правильно? Почему бы и нет? Почему бы и нет, действительно. Или шляпку. Шляпку тоже круто. Ну, я бы еще руки сделала, но это будет уже перебор. Ну, почему ну, же, почему же? И не должно быть рук. Какие руки? Какие красивые. Ну, да, но почему-то очень хочется. Да. Какие-нибудь локоточки. Ребята, у меня беда. У меня очень-очень ужасная беда. Осталось 20 секунд, а у меня только лямка на одно плечо готова. Что мне сделать? Что мне делать? Я не успела. О, боже. О, боже. Я не знаю. У меня, в принципе, все готово. Да, у меня тоже. Ну, если что, вы там можете дорисовать так мысленно. Дорисовать тут еще одну лямку. Я постараюсь. Ой, уже не то, совсем не то. Ну, в общем, как получилось, так получилось. Слушайте, ну мы же не будем видеть чужие работы. Должно быть интересно. О, кстати, да. Но мы уже можем догадаться. Я попробую угадать. Так, ну, а почему? Почему первая моя? Обалдеть, Ульян, ты что заморочилась так? Круто. Ну, я не знаю, что-то у меня так воображение, знаете, вот воображение так взяло и проснулось. Ух ты! Вау! Клево! Так, это Ёши, ладно, это Ёши? Не палится это ни разу. Ёши. Такая, ну, вау! Блин, ну ничего, вот. Тут даже кость, в смысле убийца, вернее убийца и его жертва, боже мой, это идеально, да. Боже, как же здорово. И, а выиграла-то Ульяна, хотя мне кажется, у всех были одинаковые оценки. Ага. Ну да. Мне очень нравится, как мы танцуем, так тынц-тынц-тынц, прикольно. Слушайте, ребят, ну импостер, конечно, у нас клевый получился, но хочется еще кого-нибудь посмотреть, может быть, ну, какое-то представление других ребят о каких-то рисунках, поэтому давайте пойдем на общий сервер и посмотрим, что там будем, в общем, строить. Поехали. Так, ребят, ну что, мы пришли на сервер, и тут у нас очень интересная тема — остров. Вот я теперь не понимаю, что мне рисовать, вернее, что мне строить, совершенно не понимаю. По факту мы уже на острове. Вообще, что? Да. И что? Ничего не понятно. Ну, давайте импровизировать, что ли, да? Остров должен быть песок, наверное. Я думаю, должен быть. Наверняка. А еще вокруг острова должна быть вода. Это точно. Лана, ты гений. Лана, согласен. Просто... О, боже мой, спасибо. Так, все.
У меня, как обычно, знаете, в голове такие пейзажи сейчас зарисовались, нарисовались, ага. А в итоге получится кубик, рядом с которым еще один кубик. Получается просто интересно будет, да. Ну, не знаю, может быть, получится немножко лучше, чем я это все описываю. Вот, сейчас глянем. Слушайте, ну тема на самом-то деле очень интересная, и у меня прям есть уже целый план, как это все дело сделать. На самом деле, я вот тут вот рисую уже песок, вот. И я бы хотела, чтобы можно было рисовать несколько квадратиков сразу, то есть не по одному квадратику постоянно ага. Вот это вот строить, а несколько так, чтобы оп, полотно, и застроить. Оп, полотно. Так, ребят, вы знаете, я не буду пока показывать полную картину, потому что она не... Ну, в общем, может быть, не как у художника, но я очень старалась. И, вы знаете, я тут хотела сделать деревья, ну, как бы, как положено на каком-нибудь острове необитаемом. Вот, и в итоге я дошла до кактуса. Я подумала, как же мне сделать так, чтобы дерево... Ну, в общем, листики дерева. Я хотела сделать вообще елку. И пока я хотела сделать елку, у меня получился кактус. Вот, поэтому у меня будет кактус. Почему бы и нет? У меня просто пустыня. Но с морем. Это супер круто. Да. Пустыня с морем. Насколько круто, я точно не знаю. Да, да. Интересно. Я, вот знаете, смотрела как-то серию смешариков, где им виделось в пустыне море, поэтому вот как-то это, наверное, связано с серией смешариков. Вот. Ага. Вы, наверное, уже поняли, так, а вот что у меня тут люблю. Самый настоящий уже даже вулкан есть почти. Серьезно? Что? Ну, я стараюсь, по крайней мере, это сделать. У меня просто остров с кактусами, а у Ёши там вулкан. Ну все, я опустила руки, я больше ничего не буду делать. Ну, нет, может, нет, может быть, что-нибудь построю. Еще вот чуть-чуть, вот что-нибудь. У меня море не того цвета. Ну что ж такое? Что ж такое? Так, вот так. Ну на самом деле вы уже увидели. Вот я так вот покажу. Это там псевдоволны. Вот, ну, что смогла, в общем, то и сделала. На самом деле, ой, мне понравилось. Да, я тоже, но я очень много времени потратила на воду. О, неплохой остров, кстати. Да. О, это дерево, это дерево, это круто. Я даже вот сделаю эпик. Это пальма, Ульян. А, ну, а что, пальма это не дерево? С каких пор пальма ну, это да, не дерево? Дерево. Скажите, ой, кстати, у меня подобная идея. О, неплохо. Вы знаете, мне вообще нравится все, потому что я знаю, что это очень сложно. Ага. Это строить, и домик. Поэтому это что? Не это домик. Очень похоже на остров, честно сказать. Ну, я бы не сказал. Да. Вот это больше похоже на остров на самом-то деле. Да. Кстати, да, и тут и море тебе, и волна, пальма. Смотрите, это волна. Ага. Кстати, да, очень интересная волна получилась. Ух ты, а это ананасы, кокосы? Что это банан, наверное? Немножко похоже на пианино. Ну, самую да. малость. Ну, давайте поставим, наверное, гуд, чтобы, как бы, ну, может быть, это так человек видит. Ну, почему бы и нет, видит так остров. Так, а это прикольно, вот слушайте. Вот это уже, да, получше. Пальма немного приплюснутая, если это пальма, но, в принципе, сойдет. Ой, это мое шедевр. Мое шедевр, мое художество, хотела сказать. Очень круто. Ну, я надеюсь, всем остальным тоже понравилось. О, а это мое. Ой. О боже мой, это же очень слушай, красиво. Здорово, что ты изменила цвет материала, да, точнее да, да. Не цвет материала, а сам материал. Ну да, вот для песочка, для воды есть, и там даже акулы плавали. Воу. О, вот это очень неплохо тоже. Да, это круто. Здорово. У меня, правда, ой, пальма немного кокос... а, нет. Пришибленная. Ну, нет, здесь кокосы, это точно, а у меня вот нет, не получилось чуть-чуть. А, это моя. Вау! Ого! Здорово! Блин, очень круто! Это зелень, вулкан, зелень, да, есть вот тут вот. А вот здесь ага. уже зелень вся исчезает, потому что это, в общем, испепеляется лавой. А как ты успел столько mm-hmm. всего сделать? Ну, вот так вот постараюсь быстро. О, подождите, это... О, это круто! Это летающий остров! Да, кстати, мне это Майнкрафт. Я хочу... О, точно, слушайте, это круто, прям пигги очень похожи, пигги, свинья очень ну да, да, да. А это немножко непонятно. Это человек остров, да, наверное? Ну, да, а это остров. Ну, может, у ребят было мало времени, поэтому я думаю, что можно даже не особо оценивать такие работы. Ну да, то будет не очень честно по отношению к другим ребятам. И подведение итогов. Так, ну что, время результата. О, я тут есть! На самом деле, это очень круто.
Спасибо. А, акулы, видели, там вот плавники. А это акулы? А ну я думала, это какие-то рампы. Я думала, ничего себе, у тебя там можно поиграть даже где-то есть. Блин, ребят, ну вот что это такое? Викинг? Нам нужно нарисовать... Да что такое? Не нарисовать, а построить. Построить викинга. Это как мне вообще выглядит? Я вообще даже не помню, я даже не знаю. Я тоже без понятия. Блин, ну, наверное, какой-то рыцарь, да? Рыцарь. Или нет? Ну да, наверное, нет? Я, наверное, не буду делать его трехмерным, а сделаю его просто рисуночком, потому что, мне кажется, не знаю, мне не получится сделать его объемным. Так, ребята, вы знаете, я тут поменяла свое мнение и решила рискнуть. Почему бы и нет, я буду делать большого человечка, который будет смахивать на викинга. Ага, ну, звучит неплохо, а мне только немножечко сложновато выбрать именно сами материалы для викинга. Вот как он должен выглядеть? Я без понятия. А вот кто его знает? Ага. Непонятно совершенно. Я только знаю, что у них там такой шлем. Мы не в то время живем, чтобы знать, как викинги выглядят. Ну да. Ребят, вы знаете, я тут построила тело моего викинга и поняла, что у него шея либо очень толстенькая, либо это уже голова, либо шея просто будет из одного блока. Но это совсем не то, вы знаете, что-то как-то хиленький такой у меня... Получается викинг, если честно вам сказать. Ну, ничего страшного, хотя бы будет такая шея. Потому что, ну, кто сказал, что у них должна быть большая шея, правильно? Кто сказал, что у них вообще была шея? Кто этих викингов знает? Кстати, Лана, ты гений. Ладно, сколько раз я уже говорю тебе за эту серию, что ты гений. Ой, ребят, у меня вообще какой-то плешивый немножечко викинг, но да ладно. Интересненько. Вы уже до головы, получается, дошли. У меня до этого дела еще далеко. Ну как, я что-то пытаюсь. Ну что-то как-то у меня, ну, в общем, сейчас посмотрим, на самом деле. Ребята, вы представляете, что произошло? Я только что осознала, что нельзя покрасить, как в кораблях, после того, как мы построили какое-то творение, потом его покрасить. Оказывается, так нельзя, я забыла, виню, я знала, но я забыла. И, в общем, он теперь у меня серенький. Вот такой вот у меня человечек. На самом деле, мне даже уже начинает нравиться. Ну, почему бы и нет? Это просто мое видение, правильно? Как бы... Ну да. Как-то так. Слушайте, я ему даже топорик такой небольшой сделал. Ну, странновато, он выглядит. Блин, голову надо, голову скорее, господи, голову! О, что, 40 секунд, вы что, я хотела меч ему сделать. Ну, в общем, у меня будет такой меч, вы сейчас увидите, какой у меня будет меч, если у меня получится его еще успеть. О, господи! Господи, какой кошмар! Боже, у меня голова, ребят, голова. Ну, допустим. Не успеется, чубы голова. Нет, давайте ему еще пуговички вот так вот. Вот такой интеллигентный чемодан. Пуговички, голова. Ребят. Вот, ладно, все, я сделал 2 глаза, на этом достаточно, все. И голова не доделалась. Ну, это уже хорошо, да. Все, короче. Ой. Ну, ладно, я надеюсь, что у меня будет не ужасный вид. Это что такое? Это, кажется, корабль для викингов, мне так кажется, ага. Почему-то. Ну, давайте вот так вот сделаем. Довольно странно, конечно, но, в принципе, сойдет. Ну, возможно, ему просто не хватило времени. Здесь, видимо, тоже не хватило времени. Тоже, видимо, на корабль. Да, прям совсем. Так, я не понял, а что, все строили корабли, серьезно? А почему? Не понимаю вообще абсолютно. Непонятно. Вы знаете, у меня еще была идея нарисовать викинга из... Да почему нарисовать? Построить. Вот это вот мой викинг, если что. У него рожки такие, шляпка, все, вижу, с другой стороны там это, все, понял. Ну, неплохо пойдет, он такой праздничный викинг. А это мой. Это мой. Ладно, это же просто он немножко плешивый, конечно, но вот как... Как это? Как получилось? Безоружный. А, подожди, палочка, ну, имеется. Это уже такие. Воу. Прикольно. Так вот, я хотела построить викинга из мультика «Как приручить дракона». Ага. Это мой. Я не успела. Ёши, ты серьезно? А чего это такие красивые? Топор есть, топор на ты месте. Ты такой летний викинг, такой в шортах такой, типа, ну, здорово. Такой, слушай, до этого у него шорты были еще меньше, поэтому... Поэтому, да, я решил его сделать более мужественным таким. А вот это неплохо, но кто-то почему-то решил, что у викингов была цельная броня. Ну, почему нет? Ну, по факту, почти, ну...
похоже. Да. Ой, а это, я так понимаю, просто шляпка. Ну, давайте поставим шляпка. Эпик. Шляпка. Ну, шляпка, ну, шляпка, ну, голова, хорошо. Ой. А это тоже корабль начал строиться, правильно понимаю, или нет? Ну, непонятно. Вроде бы, какое-то, да. Может, оборонительное сооружение. Ну, или так. Это, видимо, раскопки викингов. А, нет, смотри, это может вопросик или нет? А, да ну, похоже, что вопросик. Это лама, да, я так понимаю? Ну, лама, на которой ездили викинги, наверняка. Ну, а хорошая мне нравится, почему бы и да, нет, да. Да, неплохо. Ребят, может, это где-то был персонаж, лошадь, которую звали викингом? Ну, может. О-о-о! Может быть, может быть. И, кажется, это все викинги. Ну-ка, и давайте посмотрим. Ой, мне дали даже два бриджа. Серьезно? Да! Круто! Просто сравните моего викинга и викинга Ланы. Но у тебя очень крутой шлем, Ульян, получился прям такой, и поэтому, мне кажется, это заслуженное место. Хе-хе, спасибо большое. Ну что, ребят, вот такие у нас получились строения. Если вам понравилось, и пишите обязательно в комментариях, какие вам понравились больше всех модельки. А на этом все. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. Пока. Пока.